минувшую субботу в районе зоны отдыха «Горняк» провели фестиваль зимней любительской рыбалки «Клевая Колыма». Валерий Воробей рыбачит много лет. Рассказывает, что начинал еще совсем ребенком. Мужчина давно хотел поучаствовать в подобном массовом соревновании, а «Клевая Колыма» – отличная возможность. Рыбак отмечает, что от фестиваля ждет веселья. Веселье и хорошего настроения, ну и удачи. Тут только сейчас на удачу, потому что на уйковой корешке вряд ли будет особо, но кому повезет. Для того, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей фестиваля, городские и областные власти подключили к работе различные ведомства – МЧС, полицию. Также предоставили специализированную технику – катеры на воздушной подушке, снегоходы. Квадроциклы на гусеничном ходу. То есть это все будет непосредственно обеспечивать безопасность наших рыбаков во время проведения мероприятия. Начался фестиваль с регистрации участников. Кто-то зарегистрировался через интернет, кто-то на месте событий. Процедура длилась около часа. Почти 130 рыбаков решили испытать себя на этом состязании. Главное условие – участники должны быть совершеннолетними. Получают номера, получают атрибутику, получают пакеты для сбора улова. В 10 часов, начало 11-го, будет дан старт мероприятия, и люди будут выдвигаться к месту лова. После регистрации рыбаки выдвинулись на место подледного лова. Так как выезд на лед запрещен, добирались своим ходом. Кто-то на снегоходе, кто-то пешком. Валерий Воробей настроен решительно. Зарегистрировался, поперли, сейчас будем ловить. Все, сил нет терпеть больше. На месте для рыбаков провели инструктаж. В зону лова можно было взять бур, линейку, стул, удочки. Тех, кто нарушит правила, исключат без предупреждения. Всего две зоны лова, по которым рассредоточились участники. Проводили соревнования в два этапа, каждый из которых длился час. Между ними перерыв, во время которого участники меняли зону лова. Фестиваль посетил губернатор Колымы Сергей Носов. Он пожелал рыбакам удачи в соревнованиях. Участники же поделились с губернатором секретами подледного лова. Это правильно забурить симметрично лов. Чтобы не утонуть. Нет, чтобы баланс был хороший, иначе не будешь чувствовать, клюет или нет. Вообще рыбалка у нас реально интересная. Конечно, туристы интересно. Прям очень хотят. Спустя 10 минут после старта у Валерия уже есть первый улов. Мужчина отмечает, что рыбы на этом месте не так много, однако это не важно. Провести день на свежем воздухе, особенно в теплую погоду, всегда приятно. Так же считают и другие участники соревнований. Просто отдохнуть, погода хорошая. Не дома же сидеть. Удовольствие. Ну, удачи. Все, отдохнуть над солнышком, самое главное. Я посмотрела, что все начинают рыбачить. Тоже захотела, очень-очень побежала, за 10 минут быстренько зарегистрировалась. Да просто в кипиш, почему бы не поучаствовать? Весело, отдыхаем, тепло, природа. Пока рыбаки соревнуются, на берегу организаторы подготовили развлекательную программу. Творческие коллективы города и области выступили со своими номерами. Кроме того, на фестивале работала полевая кухня. Любой желающий мог отведать ухи и выпить горячего чая.
Победителей выбирали в 6 номинациях. К подведению итогов привлекли специалистов Магдан-Неро. Лучшим рыболовом корюшки стал Сергей Бут. Он же выловил самую крупную. Лучшей рыбачкой – Кристина Носова. В номинации «Навага тоже рыба» выиграл Владимир Васильев. Самую крупную навагу выловил Евгений Вишневский. Гран-при чемпионата и главный приз забрал Владимир Васильев. С сегодняшнего дня в торговом центре «Море Молл» официально открыт офис продаж билетов компании «Аэрофлота». График работы филиала с 10 до 18 часов ежедневно. Небольшая точка, в которой работает два оператора, с трудом успевает обслуживать всех желающих, рассказывают посетители. Губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил офис и пообщался с покупателями авиабилетов, выслушал их предложения и узнал о том, с какими трудностями людям пришлось столкнуться. Вот то, что сегодня пообщались с жителями региона, которые пришли за билетами. Есть, конечно, пожелания. Во-первых, конечно, медленно оформляется. Но когда в очереди сидишь, всегда кажется, что тот товарищ, который впереди тебя, значит, задает достаточно много легких, мягко говоря, вопросов. Ну, так всегда почему-то кажется, когда касается не себя лично. Но в чем люди правы, значит, когда возникает такой наплыв, ну, необходимо, наверное, место для ожидания. Я переговорю еще и с собственниками торгового центра, ну, дополнительно лавки просто поставить, значит, чтобы люди могли посидеть. Во-первых, мебель еще идет, вот мне доложили представители Аэрофлота. После комментария Сергея Носова офис оборудовали дополнительными местами для размещения ожидающих. Теперь главным вопросом остается скорость обслуживания кассы и всех желающих. По словам губернатора, если и в дальнейшем спрос на услуги будет велик, есть вероятность открытия еще одной точки продаж. Единственное, что хочется сказать, огромное спасибо губернатору, что не пришлось ехать на 56-й. Дело все связано с ваучерами. В прошлом году мы не смогли полететь из-за эпидемии, поэтому оформили возврат и теперь реализовали эти ваучеры. Вот, все быстро, четко, девушки работают изумительно. По словам покупателей, возможность приобрести билеты, при этом не тратить время на дорогу в аэропорт и обратно, является основным преимуществом новой авиакассы. Следственные органы собрали достаточно доказательств для того, чтобы суд вынес приговор 29-летнему магаданцу. Местного жителя обвиняют в убийстве. Сотрудники ведомств установили, что 22 июля прошлого года компания распивала спиртные напитки в доме по улице Майской, поселка Снежный в Магадане. В результате закончилась встреча преступлением. Во время употребления горячительных напитков двое приятелей поссорились между собой из-за незначительного повода. Затаив обиду, злоумышленник решил расправиться с давним знакомым. Уже в ночное время по пути в магазин за очередной дозой спиртного мужчина напал со спины на потерпевшего и взятым с собой ножом ударил его в шею, а затем по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте. После преступник убедился в смерти своего друга и сбросил тело в канаву. Там погибшего и обнаружили прохожие. Во время расследования осужденный сотрудничал со следствием и признался в преступлении. Показания мужчины подтвердили свидетели и судмедэксперты. Магаданский городской суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.